честно, по-моему, это я играл два раза всего в баскетбол, и у меня вообще не очень хорошо получается, поэтому я сидел, наблюдал, когда играл Миша, и кричал, давай треху там сверху колейся. И считаю, что если такие акции будут, я буду с радостью принимать в них участие, потому что это здорово, когда так вот можно напрямую в неформальной обстановке так вот поиграть во что-то, что-то вроде этого. В развлекательной форме, по-моему, это здорово. Пока что-то не очень. Я думаю, он не привык к управлению просто. В баскетбол играю достаточно часто, но в НХЛ я играю чаще. Выиграл его, да, но в начале первого тайма он вел 19-4, если я не ошибаюсь. Я просто подавался ему, чтобы как бы интрига была в игре. Но потом я подумал, что надо пора уже выигрывать, и все. И спокойненько довел дело до своей победы. Пора уже выигрывать, и все. Забавно, весело. Я сразу предложил, что давайте поставим все виды спорта, такие как футбол или хоккей. Я думаю, что люди будут с удовольствием играть. Я в том числе. Нормально. Обыграешь их? Нет. Newspaper boy, dog, fetch me my slippers. Feed me, do the dishes, if you need me, I'm in the shitter. With everybody so emo, everyone expects emotion. While I'm holding on to long-term solutions to that notion that everything must always